За минувшие сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировали. В то же время в Кыргызстане за сутки выявили еще 151 случай внебольничной пневмонии и ковида. Среди новых зараженных 4 медработника. В Бишкеке зарегистрировали 74 случая, в Аше 6, в Чуйской области 47, в Нарынской 7 заболевших, в Джалабадской 1 новый случай, в Иссык-Кульской 16. С марта прошлого года в республике выявили 89 811 случаев коронавируса. В то же время за сутки выздоровели еще 112 пациентов.